Доброго времени суток. Сейчас я расскажу, из чего состоит динамическая защита Контакт 1. Она состоит из корпуса, лицевая часть и задняя крышка. Внутри у нее находятся два пластида, две резинки и вот такая вот проставочка. Как она собирается? Собирается, сначала берется пластид, кладется, она становится под углом за счет вот этого вот изгиба. Дальше вот такая вот проставочка обыкновенная, ставится сюда. Зачем она нужна? Чтобы две пластины стояли под углом относительно друг друга. Вот так. В конце ставятся две обыкновенные резиночки. Ну и, собственно, закрывается крышкой, прикручивается болтами и все, в общем. Вот как на вот этом уже собранном экземпляре. За счет расположения пластида клинообразно, при воздействии коммутативной струи она детонирует, чем самым раскидывает коммутативную струю и снижает ее бронепробитие. В общем-то, вот и все, что нужно было знать.